Каждый день, вне зависимости от времени года, посетители здесь встречают свежими цветами. Горячие завтраки, бытовая техника, интернет, Wi-Fi, бесплатный чай и кофе в виде дополняющих приятных мелочей. Нет, это отнюдь не люкс. Таков стандарт номеров гостиницы эконом-класса «Галакт». В первую очередь нужно постараться создать те условия, которые привлекут к вам гостей, клиентов, да? А деньги приходят уже потом. Уютно, вкусно, как дома. Слоган пирогового дворика во всех смыслах по вкусу посетителям. Из печей здесь вынимают по 250 пирогов в день. И это не предел. Предприятие сетевой торговли сегодня на пике популярности. Но только в том случае, если баланс цены и качества выверен абсолютно точно, как в пироговом дворике. И все же директор кафе Ася Клайман уверена, еще есть к чему стремиться. В ее планах открытие инновационного цеха. Я могу абсолютно точно сказать, не будет в Санкт-Петербурге, кроме нашего, и, возможно, даже во всей стране вряд ли аналог найдется. Потому что мы хотим, сохраняя качество, четкую форму пирогов, сохраняя полностью наш продукт, поставить его на поток. Без скорости не обойтись, на все максимум 25 минут. Любой автолюбитель подтвердит, долго ждать, пока приведут в порядок машину, он не будет. Это кажется очень просто, заехать, помыть машину, но на самом деле мы очень долго и много лет отрабатывали технологический процесс для того, чтобы клиенты получали максимальную услугу в кратчайшее время. Использование качественной автокосметики – важнейшие условия эффективной работы автомоечного комплекса, в том числе влияющие на время оказания услуги. Более 80% клиентов сервиса на Большевиков 32 – постоянные. И это не что иное, как показатель стабильности. В Невском районе более 14 тысяч предприятий малого бизнеса. Предприниматели могут получить помощь в общественном совете при главе администрации. Люди узнают и все больше и больше приходят. Увеличение предприятий за этот год по району, только по району, составило порядка 10%. Это подтверждает эффективность работы как совета, так и в целом всех государственных мероприятий, направленных на поддержку малого бизнеса. Впрочем, сами предприятия – лучшее доказательство того, что в Невском районе малый бизнес успешно развивается.